Дорогие подписчики и гости нашего канала, сегодня я вам хочу показать, как вяжется вот такой замечательный узор, который называется ажурные дорожки. Этот узор легкий. Для того, чтобы связать этот узор, нам нужно набрать количество петель кратно 15. Как вяжется этот узор? Значит так, первый ряд мы вяжем так. Вяжем одну изнаночную, 13 лицевых и одну изнаночную. Второй ряд мы вяжем одну лицевую, 13 изнаночных, 1 лицевая. Третий ряд – это самый основной ряд узора, который формирует этот узор. Вяжется он таким образом. Снимаем лицевую, провязываем изнаночную петлю. Дальше вяжем 4 петли лицевой вместе за передние стенки. Вот так. 4 петли вместе. Дальше делаем так. Накид лицевая 1. Накид лицевая 2. Накид лицевая 3. Накид лицевая 4. Накид лицевая 5. И накид. Дальше нам нужно обратно провязать 4 петли вместе лицевой. Значит, мы это вяжем таким образом. 3 снимаем, как при лицевом вязании, вот таким вот образом. Дальше провязываем 1 лицевую петлю. И вот эту лицевую протягиваем через эти 3 петельки, вот так. Вот. И снимаем. И вяжем изнаночную. И четвертый заключительный ряд мы вяжем таким образом. Снимаем кромочную, провязываем 1 лицевую и дальше вяжем все изнаночные петли и накиды изнаночными. Значит, получается 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 изнаночных и 1 лицевая. Ну вот и все. Дальше узор мы начинаем с первого ряда. И вот такая вот прелесть у нас получается. Этот узор очень оригинальный, он имеет большой спектр применения. Вот такая вот красота. Ну вот, на этом и все. До свидания.